хочу показать, как я решаю эту проблему. То, что доска здесь короче. Вот вставил вовнутрь. Вставишь. Приколотил его сбоку. Сейчас я это сношу. Вот спиливаю. Подготавливаю. Здесь буду выфуговывать. Смотрите, вот что есть и что потом получится. Думаю, выйдем на такой же носик. Но просто вот эта штучка будет побольше. Только надо мне подобную болваночку подойти. И вот она будет просто как бы большая. Я так хочу сделать. Чтобы тоже остренький был, чтобы все красиво было. Хочу, чтобы клиент был доволен. Ну, смотрите продолжение. Вот такой на ББХан прикрепил. Еще длинный саморезик надо найти. Здесь его уже обделывать. Сыроватый он, падла, тяжелый. Клей, блин, сырое дерево похуже клеит, конечно. Но я притянул саморезами, что здесь проклею. Снесется где-то здесь, даже не поймешь. Но получится нос вот так вот. Длинный такой треугольничек. У меня на первой лодке был. Если не будет выходить вот эта высота, то так сделаю. Тоже оригинально смотрится, красиво по-своему. Когда под лачком все зашлифованное, будет супер. Так что вот такие пирожки. У каждого должен быть свой штришок, я считаю. Вот люди подъехали за первой лодочкой, подъезжают вернее. Будем сейчас грузить, забирать. Так что это... В процессе с головы поснимаю. Все, мне ж жалко становится расставаться с этой девочкой. Сейчас слезу пущу верхнюю. Забирает мою девочку. Очередную забирает. Сейчас заберут. Ладно, я похоже буду снимать. Вот пацаны смотрят первый раз, оценивают, да. Если можно, можно комментировать. Все, это видите, нравится. Это самое главное. Контраст сделал, видишь? Трещин нету, ничего нигде не лопнуло. Нормально, думаю. Под шестиком будет работать только в путь. Ну ладно. Вот загрузили. Все, вот так вот поедет она. Как, пацаны, еще раз речка называется? Йолва. Айва, дурик. Все, давай. Вот так вот сейчас поедет. Поедет работать девочка. Айва. Не айва. Йолва. Увезли 31-ю ласточку. Вот 32-я осталась одна. Корешки посрезал уже, ставыши сделаны, борта нарощены. Завтра, если погодка позволит, отшлифую. Нащельник, сидушечка и носик. Потом можно переворачивать. Главное, чтобы погодка позволила. Тоже. Вот, 32-й сегодня носик обрабатываю. Будет он со своей изюминкой, в отличие от предыдущей лодки. Будет небольшая разница, но это своя изюминка. Вот сидушечку уже сделал, вставил. Все красиво стоит. Также покрашу лаком отдельно.
все вместе с лодкой. Еще здесь надо доделать, шкурать. Но тоже идет в завершение лодочка. Работаем. А вот, парни, и изюминка нарисовалась. Вот такой граненый будет. Так уйдет еще. Вообще просто вот так вот супер. Залачится. Классно будет. Изюминка. Все. Носик тут еще помазал немножко клейком. Где пусть дырочки. Пусть подсыхает. Здесь все обработал. Все, корешки тут шлифанул. Осталось нащельничек прибить. И можно будет переворачивать. Тут с носиком надо будет. Но носик будет супер. Вот он маленький останется. Такая лапочка. А, песня будет, ёшкинку. Все будет хорошо. Осталось нащельнички переворачивать. И 32-я тоже. А, вот еще шлифануть. Точно. Вот, смотрите, пацаны, пирога. Пирога, чистая пирога. Носик поменьше. Немножко тут подрубить пришлось. Обойти стороной. Вон, ставыш тот был. Ну, в предыдущей лодке, да? Здесь сыренький он еще. Это сыренькая. Все еще потрескается, немножко разбухнет. То есть не разбухнет, усохнет. Пирога. Получается все красиво. Все четко. Здесь как корочку сильно сносить не буду. Надо будет, думаю, хозяева сами снесут. Сейчас подровняю. Аккуратненько сделаю. И буду красить. Ну, шлифану, конечно. Все будет хорошо. Что там не пропустится. Оставить немножко мяса на будущее. Все, шлифану. Носик вот. Все, вот такой у меня получился. Наградил немножко. Прибавил колтышки. Но все равно мы вышли из данной ситуации. Ничего страшного. Красиво, я считаю. У каждого своя изюминка. До встречи.